Окунуться в Иордан, Иордан. Да, не смог. Для меня что... поставили в центре Москвы две купели. Ну вот, потому что, я, к сожалению, праздник идет великий, а война началась. И люди гибнут, и страшно то, что происходит. И вот 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, да, вот сейчас праздники. Вот сейчас идет год праздников. 70 лет. И как назло, вот опять не просто агрессия, но опять нацистские...